Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. В сиротском приюте Рифтона теперь новая попечительница. Она просила меня раздавать эти листовки всем, кого встречу. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Зайдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого.
что-нибудь есть? Кто там? День и ночь. А я что делаю? Ты работаешь в кузне. Зачем им нужно, чтобы я работал в кузне? Мы используем магию, а не оружие. Клянусь, они надо мною издеваются. По крайней мере, не приходится возиться с узниками внизу. Да я не знаю, что и думать о том, что происходит внизу. Уверен, Нарису это в радость. Пакостная он лично. Лучше помолчи, если тоже туда не хочешь. Тогда работать в кузне придется мне. Только что убили. Значит, убийца совсем близко. И поплатится за свою наглость.
что-нибудь слышишь? А ты еще откуда? Да? Нужно что-то? Ты здесь? А я уж думал, что ты сюда не доберешься. Так я и думал, что ты и не вспомнишь, как тебе довелось побывать тут в первый раз. У тебя была та еще ночка. Думаю, посох по праву твой. А, перья ворожей и прочее. Можешь их выкинуть. Понимаешь? Мне нужно было что-то такое, чтобы дать тебе стимул напиться и повеселиться от души. И у тебя это прекрасно получилось. Я уж сотню лет так не развлекался. Просто шутка! Да идрический лорд разгула не занимается просто шутками. Все начиналось как мелкая забава, признаю. Но вскоре я понял, что из тебя получится интересный носитель моего не очень святого посоха. Давай на чистоту, да? Я не всегда продумываю свои решения. Но ты много путешествуешь. Может, чуть-чуть помощи от дядюшки Сангвина, и твой курс слегка изменится. Да на здоровье! Но тебе, я думаю, пора идти. Нечего тебя тут держать вместе с посохом. Всегда найдется чем заняться. Интересуешься следующим? Мне есть что Мне нравится делать луки. Сложно и временами даже немного скучно. Но хорошая стрела разит врага подобно молнии гневливого бога.
Итак, кто это у нас тут? Дай угадаю. Судя по запаху, ты из гильдии. Но это невозможно, потому что я сказал Мерсеру, что больше с ним дел не имею. Я не торгую землей или недвижимостью. Но если тебе нужны товары, это, конечно, ко мне. Эй, постой. Ты говоришь, поместье Золотоцвет? Мои извинения. Прости, но я почти ничего не знаю про эту пасеку, да? Может, да, а может и нет. Не могу же я помнить все свои сделки. Лучший агент гильдии, значит, дела у них еще хуже, чем я думал. Я не торгую землей. Прости, но я... Может, да, а может и нет. Не могу же я помнить все свои сделки. Мне плевать на твои обещания. Если я скажу тебе имя покупателя, и кто-то об этом узнает, мне конец. Неужто Мерсер Фрей вас, ребята, ничему не учит? Убьешь меня, и конец вашему единственному выходу на восточную имперскую кампанию. Вредно для дела. А вот это предложение весьма кстати. Мне как раз нужно кое-что раздобыть. У меня нашелся покупатель на ящик огненного вина. Один такой ящик как раз хранится в Синем дворце. Принеси его мне, и мы поговорим про поместье Золотоцвет. Крыльев размах, что полнеба накрыл. Бойся и прячься, идет Алдуин. И пахнет его бездна. Медика не найдется для... Я уже давно прячусь в Соличьюде. Какая удача! Еще один очаровательный покупатель. Если клиент зашел поболтать, а не сделать покупку, да. Сияющие одежды представляют лучшее убранство в Скайриме. Вот как мы держимся на плаву. Одежда на любой вкус для понимающих покупателей. Наконец-то. О, привет. Хочешь что-то купить? Если тебе приходится задавать вопрос, сколько это стоит, значит, тебя занесло не в ту лавку. Ты и вправду идешь в Синий дворец? Какой неожиданный подарок судьбы. Если ты наденешь один из костюмов от сияющих одежд и поговоришь с ярлом, я тебе не только заплачу, но и позволю оставить костюм себе. Хорошо, вот костюм. Постарайся узнать мнение Элисиф о нем. И если ей понравится, упомяни сияющие одежды. Ну что ты, это просто наблюдение. Вот если бы я ходила с открытой раной, мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь отправил меня к доктору. А твоя одежда, она как рана. Ей срочно требуется лечение. Ничего страшного. Очень миленько. Но если вдруг ты захочешь надеть что-то более стильное, взгляни на мои товары.
Благодарю тебя. Говори быстрее. Медика не найдется для бедного ветерана. В Рифтоне произошло убийство. Грохнули старушку, хозяйку приюта. Должно быть, несчастные сироты рыдают от горя. Верю, что ты вернешься с песнью о короле. Мне казалось, ты не пьешь, а так. Папа говорит, что я больше не увижу Руфа. Мне не интересно, если только ты здесь не потерял. Привет, я тут убираюсь. Ты мой сказочный рыцарь. Ты пришел, чтобы увести меня в мир приключений и большой любви? Ох, устроят мне из-за тебя выговор. Туда же ходить запрещено. Ну и там жуть как страшно вообще. Ну, тогда, наверное, тебя можно пустить. Но только ненадолго. Береги себя и возвращайся скорее. Пока ты здесь, постарайся не навлечь на себя неприятности. Прошу не прерывать заседание. Слышится невиданная магия. Странные шумы и странные огни. Нужно послать кого-нибудь туда. Тогда мы немедленно вышлем отряд солдат прочесать пещеру. Безопасность людей Хафингара превыше всего. Ваша светлость, мой хрустальный шар ничего там не показывает. Драконий мост под имперским контролем. Похоже, ерунда. Некоторые от любого шороха шарахаются. Возможно, все же следует отреагировать не так резко. А, конечно, ты прав. Фолк, скажи капитану Альдису, что я велела послать на Драконий мост еще несколько солдат. Спасибо, ярл Элисев. А что с пещерой? Я пошлю кого-нибудь в пещеру, Варни. Не беспокойся. Можешь идти. Тан Брюлин, к твоим услугам. Все ли в порядке? Я давно не получала никаких вестей от Сорли и Пактура. Это хорошая новость. Я уже начала волноваться, что что-то случилось. Благодарю тебя. Это большая честь. У тебя дело при дворе? Я управитель ярла. Если при дворе у тебя есть какие-то дела, обращайся ко мне. Ты имеешь в виду проблему с драконьим мостом? Не буду врать. Я собирался просто спустить это дело на тормозах. Варни иногда собственной тени пугается. Поговаривают, что рядом с пещерой Волчий череп происходят странные вещи. Исчезают путники, светятся какие-то подозрительные огоньки.
Я думаю, это дикие звери или, возможно, бандиты. Вряд ли с ними стоит возиться, особенно в военное время, но если тебе захочется очистить пещеру, не сомневайся, я заплачу тебе за труды. Если будут вопросы, возвращайся ко мне. Двери Синего дворца всегда... По всем вопросам обращайся к Фолку Огнебороду, моему управителю. О, очень красиво. Шитье просто превосходное. Правда? Тогда передай им, что я собираюсь заказать несколько платьев. Удачи. Помолись за Солитьюд и моего мужа. Прошу, со всеми вопросами обращайся к управителю, Фолку Огнебороду. Держи оружие в ножнах, и мы поладим. У меня много срочных дел. Что тебе нужно? Чаю, дорогой мой Пелли. О, я не могу. Он проходит прямо насквозь. Кроме того, у меня столько дел. Так много нежелательных личностей, с которыми надо разбираться. Скептики, шуты, недоброжелатели. Ужас. Мой палач не спит третьи сутки. Ты слишком суров к себе, мой дорогой, милый, убийственно безумный. Что бы люди делали без тебя? Танцевали? Пели? Улыбались? Старели? Ты лучший из всех септимов, что дали бы сидели на троне. Но не считая этого Мартина, но он взял и обернулся драконом, а это не спортивно. Знаешь, я видел все это омерзительное дельце. Отличные времена! Бабочки, кровь, лис, отрубленная голова. Ах да, и еще сыр. Умереть можно. Да, да, ты уже говорил, уже сколько раз. Ну что ж, если будешь вести себя так, возможно, мне лучше удалиться. Хорошего дня, сир. Хорошего дня, говорю! Да, да, иди. Оставь меня с моими бесконечными обязанностями и заботами. Какая грубость! Неужто трудно приютить старого друга лет на 10-20? Обалдеть! Ой-ой! Что за послание? Серенада? Вызов на дуэль?
Погоди, я знаю. Зловещее предостережение, написанное на спине органианской наложницы. Такие я люблю больше всего. Ну, давай уже, говори. Я не могу ждать целую вечность. То есть, вообще-то, могу. Шучу. Ну ладно, серьезно. Что за послание? Быть не может. Кто посмел? Постой! Не говори мне. Я хочу угадать. Может, Молок? Нет-нет. Малыш Тим, сын игрушечника. Призрак короля Лисандуса? Или, точно, Стэнли, говорящий грейпфрут из Пасваля? И я всюду ошибся, не так ли? Ладно, неважно. Честно, я даже не хочу знать, зачем портить сюрприз. Но перейдем к делу. Итак, ты, мелкая, ничтожная, смертная букашка, думаешь убедить меня уйти? Но ведь это просто безумие. Ты же понимаешь, с кем ты имеешь дело? Отличная догадка! Но только наполовину. Я безумный бог. То есть бог безумия на деле. Это мой родовой титул. Передается от меня ко мне каждую тысячу лет. Ну вот что. Ты можешь звать меня Энн-Мари. Но только если хочешь, чтобы я тебя заживо освежевал и свил веревку из твоих кишок. А если нет... то зови меня Шеоград, даедрический князь безумия! Крайне рад знакомству. В этом весь вопрос, не так ли? Потому что, честно, ну сколько же может безумный даедра сидеть в отпуске? Итак, вот что я собираюсь сделать. Я собираюсь уйти. Все верно, хватит. Отпуск кончился. Пора возвращаться к скучной рутине. Но с одним условием. Ты сперва найдешь выход. Удачи, она тебе пригодится. Да ну, не хочешь осмотреться? Это, надо сказать, не ботанический сад в Солитьюде. Ты хоть понимаешь, где ты? Где ты на самом деле? Добро пожаловать в обманчиво цветущий разум императора Пелагия Третьего. Именно так ты в голове у мертвого, опасного и безумного монарха. Я знаю, что ты думаешь. А могу ли я тут положиться на мой меч, заклятие и прочий бред? Само собой! Или ты можешь использовать... Ваба-Джек! А? А? Застал тебя врасплох, да? Нет, ну обязательно прийти и отвлечь! Я занят. Делаю рыбные палочки. Тут нужно тонкое состояние души. А, отличный выбор. Ну, для меня. По-моему, крайне забавно, когда все они гоняются за тобой. Для тебя это может чуть менее смешно. Понимаешь, мамаша Пелагия была, ну, скажем так, особенной. Хотя, думаю, по большому счету, для септимов она была довольно обыкновенной. Эта женщина разила страхом, как ножом. Размахивала ножом, нагоняя на людей страх. Никогда не будет следовать. Да,
тупица! Поражай врага своим фабаджеком! А он будет делать то же самое. Можешь, как бы. И мы будем гораздо ближе к цели. Это грустный путь. Пелагий боялся и ненавидел столько всего. Убийц, диких собак, нежить, черный хлеб. Но больше и яростнее всего он ненавидел самого себя. Тут можно во всех деталях увидеть, как он себя грызет. Он всегда бьет по самым слабым местам своей хрупкой личности. Самоуничижение усиливает гнев Пелагия. Но его уверенность будет съеживаться с каждым ударом. Тебе следует привести эту пару к равновесию. Ну вот, началось. Не стоит. Ну вот, началось. Проклятие. Наконец-то готов полюбить себя, не прекратив ненавидеть всех остальных. Счастью для тебя, Пелагий с детства страдал ночными кошмарами. Все, что нужно сделать, найти что-то, что сможет пробудить бедняжку Пелагия. Ты увидишь, что его страхи отогнать легко, но ненадолго. Радоваться. Пока Пелагий на коне и в седле, ты движешься к цели. Мы оба совсем скоро будем дома. Ну, привет. А?
Есть что сказать? Обязательно надо прийти и отвлечь. Я занят. Делаю рыбные палочки. Вправить — это так грубо. Я думаю, лучше сказать направить. Не так ли? Как путника или стрелу кому-нибудь в рожу. Но это не важно. Твоя бессердечность помогла тебе выжить и преуспеть. Придется мне выполнить свою часть сделки. Так что мои поздравления. Можешь идти. Я могу и передумать вдруг. Так что иди, правда. Пелагий Септим III, бывший безумный император Тамриэля, теперь в таком тоскливо-здравом уме. Я всегда знал, что он и это может. Ну, я думаю, пора на дрожащие острова. Я с ума схожу, стоит лишь представить, какие беды может навлечь на себя Хаскил в мое отсутствие. Ну-ка, проверим, я ничего не забыл. Одежда? Есть. Борода? Есть. Багаж? Багаж! Куда я дел багаж? Ты призвал меня назад! Значит, мы направляемся домой? О, счастливые времена! Жду не дождусь! Да-да, хватит уже восторгов! Пошлем-ка тебя вперед, ладно? А что для тебя, мой маленький смертный приспешник? Ты можешь оставить себе Ваба-Джека как знак моей... да просто забери эту гадость! А теперь бывай! И если как-нибудь забредешь в Нью-Шеот, загляни на огонек. Угощу тебя клубничным тортом. Хе-хе-хе. Та-дам! Что теперь?
так прекрасно, когда гости приезжают в город. Наверняка у тебя было много приключений. Ты мой сказочный рыцарь. Ты пришел, чтобы увести меня в мир приключений и большой любви. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Позови меня. О, привет. Великолепно. Ты оказал нам неоценимую услугу. Костюм теперь твой, как и было обещано. А вот еще кое-что за труды. Благодарю тебя за покупку. Я вижу, у тебя есть вино. Отдавай его, и мы поговорим. Хорошо. Мы же не можем допустить, чтобы покупатель потерял терпение и стал искать другого продавца, верно? Вот, возьми это. Я сам, конечно, не могу его использовать, но надо же как-то заплатить тебе за товары. Отнюдь, я считаю это вложением в свое долголетие. Что до поместья Златоцвет, я тебе расскажу, что знаю. Ко мне пришла женщина, которая попросила представлять ее интересы в одном деле. Она мне показала полный кошель золота и сказала, что мне нужно всего-то заплатить Оренготу за поместье. Я принес ему деньги и ушел с ее экземпляром купчей. Нет, я обычно не задаю слишком много вопросов работодателю. Думаю, ты понимаешь. Но я заметил, что она крепко ненавидит Мерсера Фрея и хочет до него добраться. В нашем деле мы редко называем имена. Кто мы, зависит от того, сколько у нас денег. Это все, что я знаю. Я же не говорил, что у меня есть все ответы. Теперь, раз мы договорились, я пойду своей дорогой. Наш герой, наш защитник, Одо Вакин.